Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре новинка от компании Кайдо – баллонские удилища Кайдо Синтеси. Удилища выпускаются в длинах 5, 6, 7 метров. Вот пока я ехал на эти съемки, я думал, у нас семерки еще остались. Мы их взяли поменьше, чем 5 и 6 метров, ну, потому что по статистике семерки не так часто покупают. Но пока я собрался снимать, семерки уже все расхватали, и у меня осталось вот 5 и 6 только на обзоре. Но, уверяю вас, по ним вы поймете, что из себя представляет семерка тоже. Ну, значит, начнем с того, что удилище на российском рыболовном рынке по большому счету будет полноценно представлено в 2025 году. Ну, в 2024, конечно, они тоже, вероятно, появятся. Но вот магазин Multifish, мы привезли их первыми на российский рынок. Не знаю, кто еще будет привозить и так далее, но суть не в этом. Удилище Кайдо мы берем максимально проверенные по качеству и по техническим характеристикам. То есть есть масса серий в бренде Кайдо, да, которые мы просто не берем по тем причинам, что ну, мы не хотим, по большому счету, наверное, вот грубо сказать, ширпотреб покупать. Да, и ширпотреб продавать, чтобы потом краснеть перед людьми, которые покупают вот такого низкого качества. Но Кайдо шагает вперед. Немного в этом участвую я тоже. И сейчас очередная новинка, соответственно, да, у нас на обзоре. Это вот серия Синтеси. Чем она мне нравится, да, потому что я уже, скажем так, видел их модели предсерийники. И сейчас вот уже представляю вам серийные образцы, которые уже будут продаваться. Здесь не потрачены лишние деньги на фантики, как говорится, и понты, если можно так сказать. То есть здесь надежный катушка-держатель, проверенный временем, джин BS6 стоит. С хорошей, мощной бабочкой, лапкой, которая позволяет сюда установить катушку там 3, даже кто хочет, даже 4 тысячи, но я таких не особо встречал, но бывают любители, которые там не хотят лишний раз катушку покупать, там 2-3-тысячного размера, да, а есть там в наличии 4-тысячная, и не так часто выезжает на рыбалку, ставит сюда 4-тысячник. Катушка-держатель, важный момент тоже, чтобы он не подвел, соответственно, да, в какой-то там неподходящий момент. Значит, кольца правильный, с моей точки зрения, вынос этого кольца, потому что бывают кольца лапки длинные и леска парусит. Бывают слишком короткие, леска прилипает к бланку. Здесь, с моей точки зрения, идеально стоят кольца по размеру и по внутреннему диаметру, и по высоте лапок. Хлыст, как и ко всем, ну не ко всем, к многим, к большинству топовых удилищ, отдельно в пакетике у нас два разгрузочных кольца на хлыстик и тюльпан, который, в общем-то, вы можете приклеить клеем момент, секунда, водостойкой. Хотите, мы вам это сделаем, если попросите. Делается это отдельно, да, поставляются эти колечки для того, чтобы просто в период транспортировки не сломать хлыст. Чтобы он туда не улетел, как вы понимаете, вот эта вот бумажка здесь такая приклеена. Кольца защищены чехлом. Вот у меня он здесь лежит, я его за стол забыл положить. Вот такой достаточно прочный жесткий чехольчик из кожзама. Ну, жесткий, хороший чехол. Ничего такого сказать не могу, скажем так, еще более. По дизайну, как вы видите, очень приятный. Упустил момент по материалу бланка. Ну, здесь Кайдо свой материал пишет. Я понимаю, что на самом деле из какого материала это она сделана. Это порядка 40 тонн. Вот по, скажем так, там, тем параметрам, да, и тем характеристикам, которым мы с вами это понимаем. Очень приятное напыление рукояти. Противоскользящее. Притом такое ощущение, что обрезиненное. От итальянских дизайнеров. Вот. Дальше. Чтобы кольца не ложились друг на друга, как вы видите, вот здесь очень они аккуратненько лежат, каждое колечко, оно
имеют расстояние друг от друга, вставки колец здесь не выпадают, друг от друга не бьются, не портятся. И, как правило, сюда вставляют такую неопреновую вставку, да, которую в некоторых моделях можно вытащить. Здесь эта вставка тоже есть. Но вытащить ее нельзя, она там, ну, можно как бы при желании, да, но так, чтобы она выпадала, такого нет. Поэтому не нужно оттуда ничего вытаскивать. Здесь специальная вставка есть, все, как говорится, по науке, все супер, все отлично сделано. Я этими удилищами уже успел половить на течении с поплавками 6, по-моему, да, и десятку я оставил, 6 и 10 грамм. Но производитель заявляет тест этих удилищ 3,20. Далее, тест по леске, вот даже на бланке у нас здесь написано. 0,12, 0,20 это основная в миллиметрах, и поводок 0,10, 0,18. То есть, сами понимаете, это удилище способно выдержать хорошие нагрузки. И оно же обладает очень приятным строем. Вот мы плавно перешли к тому, почему мне эти удилища очень понравились. Да, и несмотря на то, что здесь фурнитура не самая далеко дорогая, но при этом то, что нужно, то есть ничего лишнего, но и не дешевка, что называется. Здесь, скажем так, львиная доля денег и в то, что в этих удилищах потрачено, именно на сам материал, на хороший качественный уголь. И за счет него удилища получились, сам строй удилища, вес, баланс получилось просто отличнейший. То есть наряду с тем, что это удилище универсально, то есть вы сможете на него даже карпа ловить, при этом вы спокойно можете ловить плотву, там чуть ли не уклейку, да, густеру на течении, на реке, не уставая держать ее в руках. То есть я вот сегодня ловил на Москва-реке, проловил там порядка 4 часов, даже, ну там, жара у нас сейчас в Москве стоит, но я совершенно не устал от шестерки, абсолютно, семерку я с собой не брал, потому что я до этого там день один с ней ездил, немножко полтора часа сплавлял по речке, но я абсолютно не устал, то есть руки не устают, более того, запас прочности чувствуется очень солидный. На придержке, на течении, за счет жесткой верхней части поплавок не поддергивает. Точно так же можно любую проводку, вплоть до жесткой остановки, жесткой придержки оснастки ими сделать. То есть за счет того, что верх достаточно жесткий и только начинает чуть отрабатывать там третье колено на придержках в рамках теста, да, это удилище просто изумительно себя показывает. Поэтому кто приедет в магазин, обязательно, просто даже хоть за поплавками или за крючками, обязательно возьмите их в руки. Потому что на данный момент в России их нет, есть они только у нас, мы их привезли, и вы будете очень удивлены, скажем так, и качеством, и то, как она лежит в руках, балансом, техническими характеристиками. И, как вы понимаете, у нас несколько иные, чем у большинства поставки Кайда. И вот именно поэтому я вам предлагаю посмотреть качество нашей Кайды, грубо говоря, той Кайды, которую мы продаем в магазине. Мы даем на нее пожизненную гарантию, то есть бессрочную, на заводской брак. То есть хоть 3, хоть 5 лет пройдет, если у вас что-то сломалось по браку, мы вам возвращаем деньги, меняем колено, там удилище, что угодно. Имейте это в виду и, в общем-то, обращайтесь. Сейчас разложим, посмотрим строй и вернемся за наш столик. Итак, друзья, пятерочка. Идеально лежит в руках, просто, ну, как пушинка, я ее даже практически не чувствую. Строй, посмотрите. То есть даже, я не знаю, никакой рыбы там нету, ни касаний нету, но я даже сейчас чувствую, насколько она сенсорна. Давайте поднагружаем. Смотрите, как работа бланка какая. Отлично. Ну, я прям очень-очень-очень в восторге от этой серии. Так, шестерочка. Точность так же лежит в руках изумительно. Смотрите, какая быстрая. Ничего не заваливается. Мордочка не заваливается. Строй средне-быстрый, но он, наверное, ближе к быстрому даже. Посмотрите, видите, жесткая верхняя часть, то есть течение хорошо будет, придержку на течение жесткую держать. Работа вот где-то третье колено. Нагружаем.
Также я вам показываю кумель. Вот здесь вот очень удобно. Смотрите, отлично. Итак, друзья, посмотрели. Ну, я думаю, что понравилось. Пожалуйста, смотрите в плане выбора. Цены не окончательные. У нас для подписчиков в социальных сетях, Telegram, YouTube и ВКонтакте, мы гарантируем самые лучшие цены для вас. Поэтому имейте это в виду. Не надо сразу смотреть там цену на сайте, что это вот только это, и дальше искать по интернету что-то дешевле. Вы все равно дешевле не найдете, поэтому... Просто звоните, сделайте заказ, пишите в комментарии к заказу, что вы являетесь подписчиком YouTube канала Мультифиш, Telegram канала Мультифиш и ВКонтакте Мультифиш сообщества. Все, дальше вам менеджер пересчитывает очень хорошую цену для вас, да, вы радуетесь и покупаете это удилище. Чехол велюровый, клапан на липучке, достаточно качественно и приятно сшит. Ну и, в общем, так тактильно тоже очень приятен. Пожалуйста, поставьте большой пальчик вверх под видео. Это ваша благодарность мне, если вам понравился мой ролик. И для меня это стимул снимать вам дальше и больше. Всего доброго, до новых встреч.